Все, вот зачем бомба. И все, зашибись. Мы вот так вот отходим с тобой и смотрим на взрыв, как крутые парни. Крутые парни на самом деле не смотрят на взрыв, а мы смотрим. Это была плохая идея, да? Тут же все было ясно, нет? Тебе не кажется, что все было вполне логично? Причем даже очень. Всем привет, с вами Дарья Эдри, и мы продолжаем Resident Evil 7 и Biohazard, да, как-то так он звучит по-настоящему, а не Biohazard, как я все время говорю, но это будет Biohazard'ом нашим с тобой. Так вот, давай продолжим с того места, где мы, в принципе, и закончили, да, войдем в эту дверь. И посмотрим, что нас там ожидает. Нам, напоминаю, нужно с тобой просто спасти Итана. За этим мы и пришли. Мы, кстати, не смотрели в лифт. О, она открывает. Это значит, что мы можем пройти. Но, скорее всего, нам что-то понадобится для того, чтобы открыть. У нас ничего нету, да. К сожалению, у нас ничего нет. Зато потрошек мы набрали, а это значит, если мы набрали... Ёперный театр потрошек... то где-то должен быть пистолет. Только вопрос, где он? Блин, она так долго ползет, а если там ничего не будет, то придется спускаться еще и вниз. Ну ладно, неважно. Самое главное это подняться. Мы, кстати, сюда с тобой не ходили. Я тебе чуть-чуть показала путь в другую сторону, но раз уж нам позволяет прийти сюда, мы должны знать, что здесь. Хорошо, здесь у нас... Какая-то хрень. Блин, давай там, короче, все исследуем, потому что я чувствую, если я уж туда спрыгну, то я, скорее всего, больше не вернусь обратно. Поэтому нужно там все смотреть. Вдруг там реально валяется пистолет или что-нибудь такое. Кто знает, кто знает. Блин, жалко, нельзя посмотреть, сколько еще осталось, типа, до пути там все дела. Ну, вниз, типа, ползти. Сейчас мы быстренько прочтем, что тут написано. И все. И пойдем осмотрим это место злополучное. Вдруг нам реально повезет с пистолетом. Кто знает. Блин, отмычка, да? Ты мне хочешь сказать? Ну ладно. Что это? Патроны опять. Если нам реально дают патроны, то это значит, что нам дадут пистолет. Только когда нам его дадут? Эпоксид неплохо. Совсем неплохо. Ящик. Порох. Давай пока заберем все. Че нам, правильно? Еще скинем. Трава. Похоже, поломанный ноут. Это тот самый, наверное, с которого мы отправляли сообщение Итану. И вот тут, скорее всего, наверное, проход закрыт, да? Угу. И нам никак его не открыть, не взломать. Ну, поэтому путь нам только один, да? Открыт. Это вот как раз наверх по лестнице. А значит, мы спокойно можем прыгнуть туда вниз и не беспокоиться. Блин, на самом деле, хреново, что сделали такую большую, длинную лестницу. Ползешь, ползешь 3 года. Кстати, напоминаю, что Мия, у нас немного ранена, за мной пятна крови. Да и, в принципе, вы можете увидеть небольшие капельки. Не знаю, какого у него состояния здоровья. А, кстати, руку, смотри, на тап нажимаю, а руку не показывает. Вот тварь, да, руку так... А, у нас... А, нам не покажет. Точно, у нас же часов-то нет, и нам же ничего и не покажет, да. Мы и не знаем, сколько получается у нее здоровья. Так. Я, блин, я неделю не играла. Знаете, я записываю... Обычно сажусь в один день на всю неделю. Вот. Что-то дико не хватает времени. Может, он еще работает. Изменить камеру. Это вот откуда мы пришли. Это шахта лифта. Хрен знает, что это вообще. А это Итан. Камера 5. А где камера 5? Надеюсь, я успею. Так, нижний уровень. S2, да? Я так понимаю. Блять. Сучара. Лгунья. Прекрати, Эвелина! Фу, блин, сучар какая-то, еще след оставила. Фу, проклятая галлюцинация, где же она? Да хер я поймешь, где она. Блин, а я могу что-нибудь ящик какой-то открыть? Вдруг там что-то лежит ценное. Даже очень важно. Я вот так хочу пройтись и реально просмотреть все, потому что пистолет это очень важное, понимаете? Блять, что это за херня? Это галлюцинации такие у меня? Или что это щелкает?
Ой, я могу посмотреть. Смотри, какая классная, затуманенная, затуманенный какой классный корабль, чтобы не прорисовывать, в принципе. Ну ладно, ребят, мы это вам простительно. Что такое? Чувак, тебе явно не повезло в твоей жизни. О, что-то можно открыть. Но здесь, к сожалению, ничего нету. Ладно, давай исследовать все это дело дальше. Правда, нам как пройти на нижний уровень, я черт его знает. Я вроде отсюда не выходил, да? Каюта капитана. Неплохо, она выглядит так, как будто здесь можно сохраняться. Но тут нужна отмычка, чтобы это все добыть, сука. О, вот он. Красивый. Красивый автоматик. Ключ под гайку с выступом. Отлично, его мы можем применить как раз у лифта. Карта корабля. Это тоже отличная находка. Никогда картами не пользовалась, поэтому... Не знаю, зачем она нам пригодится. Давай посмотрим, что нам карта вообще подскажет. Кают капитана, мостик. Дальше мы просто тупо не ходили, но... Что я тебе могу сказать? У нас из целей добавилось... добудьте пулемет. Найдите ключ от шкафа в кап-каюте. В капитанской каюте? Это ключик от шкафа? Но это же не ключик от шкафа. Подожди, в кап-каюте? Ну это же капитанская, да, каюта, получается? Каюта капитана, да? В кап-каюте. Ну ладно. А, от шкафа, ну ладно. Так, заберите сверху в лифт, откройте дверь козеронным веществом или каким-то там веществом. В общем, ничего у нас пока нету, поэтому мы с тобой аккуратно продвигаемся дальше. Нам надо же все уже разведать. Исследовать. 4F. Мы находимся с тобой на уровне 4F. Не знаю, правда, куда идти. Тут посветлее, поэтому... Я думаю, игрока приманивает, да, всегда что-то посветлее. Да, мы выйдем туда же абсолютно. Все. Понятно. Так, ну-ка дальше. Вот это можно открыть? Можно. О, травка. Зашибись. Это значит, мы можем, в принципе, себе сделать даже аптечку и подлечиться. А, это доступ к уровням. Нам еще нужно S2, но тут, походу, все вообще жестко забаррикадировано. Дистанционная бомба. Неплохо. Но могло бы быть и лучше. Мы здесь никак, к сожалению, с тобой не пройдем. Хорошо. Зачем мне нужна дистанционная бомба, я пока не понимаю. Вообще штука не очень, знаешь, сработает, не сработает, черт ее знает. Ладно, продвигаемся. Вообще, как я сюда попала, я уже, блядь, забыла. Вот в этом весь прикол. Я откуда отсюда сюда пришла? Или нет? Блин. Самое дерьмовое, понимаешь, когда ты не можешь вспомнить реально, откуда ты пришел. Я вроде бы как бы пришла, а вроде и не пришла. Меня смущает этот шкафчик. О, смотри. Порох. Отлично. Вот так, знаешь, ходишь по ящикам, смотришь, и только со второго раза что-то находишь. Хорошо. В чем вся проблема? Проблема в том, что мне нужно посмотреть карту и пробраться чуть дальше по коридору. Наверное, это будет самым правильным. Но я не в ту сторону, да, бегу? Абсолютно, по-моему, не в ту. А, там дверь как раз-то лестница, там дверь перегорожена вся. И что мне делать тогда? А, блин, бомбу подложить. Че я туплю-то? Правильно, правильно. Мне бомбу нужно туда подложить. Все, вот зачем бомба. Как я долго допираю до всего. Я думала, люк какой-то. Ладно, сейчас мы с тобой все устроим. Че там? Как там? Ну-ка давай. Отлично. Мы можем вот сюда присобачить бомбу? Положите на земле. И все, зашибись. Мы вот так вот отходим с тобой и смотрим на взрыв, как крутые парни. Крутые парни на самом деле не смотрят на взрыв, а мы смотрим. Это была плохая идея, да? Это была херовая идея, походу. Ничего не получилось, я проебал бомбу. Не, ну как такое вообще возможно, блядь? Тут же все было ясно, нет? Тебе не кажется, что все было вполне логично? Причем даже очень. Что там, блядь? Что это такое? А, вот. Сука, как же тебя ударить? Я не могу его ударить, к сожалению. Она бы его рукой могла разбить спокойно, но, к сожалению, она этого не делает. Как я сюда попала? А, вот лифт.
Ну давай. Посмотрим, что я могу сделать. Ей придется по ходу прыгать, да? Оп. Ничего, высота. Нет, высота, кстати, большая довольно-таки, по мне так. Смотри, я сейчас открою, блядь, люк, и он поедет жестко, и вообще будет жесть какая-то там, наверное, нас с тобой это, током ударит. Или что-нибудь подобное. Нет. Ну давай, Мия. Все не так сложно. Блядь. Что, блядь, такое там случилось где-то? Где-то что-то выросло. Так, сюда нужны предохранители, да? Чувак внизу. Подняться и спуститься. У меня нет никакого желания, блядь, подниматься или спускаться вообще. Льюис. Луис. Кабель накрылся. У нас был кабель на замену, но его пришлось использовать для ремонта в лазарете на третьем этаже. Придется тебе попросить этот кабель у доктора Одела. Одела. Мне срочно надо во второе машиноотделение, но для этого надо сначала починить эту штуку, Дуэйн. Хорошо, блядь, Дуэйн. Давай подумаем. Думать мы умеем. Комната для отдыха, столовая, холл, гостевая комната. А что ниже? Ниже комната отдыха, прачечная, складское помещение. Но явно, если нам нужно искать ключ, то мы его найдем где-то вот на этом этаже, на который сейчас поднимемся, потому что, как я понимаю, мы же там все облазили, поэтому, скорее всего... По моим предположениям, ключ... О, ёпсить! А это значит, будут монстры. Если нам дают с тобой оружие, это значит, что жди беды. Так. Тут проход закрыт, в столовую только открыт, так я понимаю. Хорошо. Блять, конечно. Так, закрывай. Хорошо. Так, тут мы можем сбросить все лишнее и сохраниться. О, вещество, я... Подобрала вещество, это отлично. Потрошки. Отдел специальных операций. Директор Алан Дроуни и опекун Майя Уолтерс. Последний отчет указывает на то, что если Эвелина останется на том же месте, ее могут выкрасть противостоящие нам организации. Поэтому поручаю вам переправить Эвелину в наше главное американское подразделение на сохранение до особого распоряжения. При транспортировке соблюдайте следующее правило. Во избежание подозрений постоянно ведите себя, как будто вы родители Эвелины. Поддержите жизненные показатели Эвелины с помощью кодекса генома. При критическом срыве миссии уничтожьте Эвелину. Хорошо. Итак, я предлагаю посмотреть, что можно вообще скинуть в этот драгоценный ящик. Я предлагаю скинуть... Вообще нужно скрасить аптечку. Одну. И скину, пожалуй, я порох весь. Он мне 100% не нужен. Вот это... Образцы ткани Эвелины мне, наверное, тоже вообще... А, этот предмет нельзя хранить в ящике. Ну, нельзя, значит, нельзя. Трава мне понадобится. Все остальное, в принципе, мне тоже понадобится. Это патроны для пулемета, а это пистолетные. Значит, есть и пистолет, и пулемет. Хорошо, давай сохранимся. Сарай для лодок. Да, первое. Все, комната, кстати, выглядит просто замечательно. Эви наверху. Это та самая веселая комната. Меня немножко не радует мысль, что о том, что нужно выходить к этому чуваку. Это тоже вопрос, где он? Это мужчина всей моей жизни. Дистанционная бомба. Ты не хочешь, дорогая, включить что-нибудь, свет, например? Вы отперли это? Так, это лестница. Отлично. Дальше пошли. Мне она пока не нужна. Поэтому мы идем аккуратнейшим образом прямиком в столовую пока. Ты можешь закрыть двери? Я не знаю, буду я себя... Блять, нет, не буду. Не буду я себя чувствовать здесь безопасно. Я сразу побегу. Просто сразу побегу. Все. Меня-то здесь никто не достанет, правильно? Фу. Берем травки. Как бы это ни звучало. Не получается открыть. Что это вообще такое? Блять,
Это не у меня где-то, нет? Фу, это, по-моему, не у меня. Что это такое? А, перевернуть? Хера себе. А это как переворачивать? Ха. Так, понятно. А, вот как это должно выглядеть. Хорошо, ну, с этой картины-то явно все понятно. А здесь все просто должно быть вот так. А вот это уже вертите. Да, как хотите называется. И открываем сейф. О, аж 3 штуки. Это просто замечательно. Это просто восхитительно. Мы можем открывать любые двери. Картина, кстати, зашибись. Я вот такую бы куда-нибудь... Нет, я бы не поставила. Нет, они херовые картины, ребят, никуда бы я их не поставила. Если вам нравится какая-то картина, можете написать об этом в комментариях. Мне будет интересно узнать. Блять, сука, как же мне пройти-то вообще? Давай подумаем. Комнату отдыха мы с тобой не исследовали, и в столовую, по сути, мы и не были. Да, мы сразу с тобой пробежали куда-то по-бырому и скрылись. Можно, в принципе, блядь, выйти и пробежать? What? Эч! Эч, чувак, блядь, беги! Беги, детка! Ой, бля! Ой! Ой, это как так? Это чё? Тупик? Подожди. Подожди. Блядь, это вот эта вещь вообще очень подозрительная, вот это вот. Вот здесь как раз, мне кажется, они и должны появляться. Все. Разом. Хорошо. Вон он. Мы можем его тупо обмануть. Он сразу же упал. А выход вот здесь. Все. Мы просто сделаем с тобой. Все. Он там появился и там же исчез. Отлично. Что там дальше? Прогуляемся по кругу, вернемся с тобой. Вернемся мы с тобой. Куда-нибудь вернемся. Обратно к лифтам. Блять! Сука, это было очень неожиданно и очень страшно. Это было очень реально стрёмно. Он там бежит, да? Вот нам сюда. Я, пожалуй, сюда сразу. До свидания, чувак. Все, я не хочу там гулять по кругу. Вот там и оставайся. Фух, это было очень страшно, реально. Блять. Это было очень неожиданно и очень страшно. Так, нам с тобой вообще нужно на уровень S2, это самый нижний уровень. Наверное, стоит спуститься сразу вот так. Ключ мы не нашли. А вообще, я бы посмотрела, куда мы спускаемся. Мы спускаемся в офис, да, куда-то. Вот в эту сторону, где должен быть какой-то офис. Бля. Это выглядит не очень круто. Там кто-то просто, блядь, сзади. Как-то... Ясно. Не сюда. Здесь монстры, это я знаю. Вот так. Давай, давай, детка. Ой, блядь, кто-то бежит прям так. Ой, 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 блядь, он здесь! Давай. Ты видел это? Чё, блядь, охуел, что ли? Он ломится в дверь. Это, блядь, единственный монстр, который, блядь, ломился в дверь когда-либо. Ёпт. О, рюкзак. Охеренно. Нести больше предметов. Это просто охрененная история. Это самая лучшая история за всю мою жизнь. Ху, бля, как он был... А я слышала, блядь, что он идет за мной. Я, блядь, слышала уже. Какая-то мразь сзади. Ну что я с ножом-то ему сделаю? Ничего я не сделаю ему с ножом. А все-таки, а где искать-то ключ? Непонятно же, получается, да? Ключ, получается, все. Ну, мы тут, наверное, все обыскали. Тут никаких тайных лазеек вроде нету. Предлагаю посмотреть. Мы сейчас... А, мы сейчас в комнате отдыха. Я помню, не тот, да, этаж, чтобы посмотрела. Прачечная, кубрик, складское помещение. Мы тут все открыли, получается. Здесь нету ключа. А значит, ну, нужно, в принципе, спускаться, наверное, еще ниже. Или же подняться еще выше, а мы там не пройдем. Мы не пройдем, к сожалению, туда. Нам нужно спуститься в лифт, подняться по лестнице, открыть дверь. Да? Я просто не помню, где это была. Сейчас, ну-ка, давай наверх посмотрим. Да, вот тут, где диспетчерская, тут дверь заваренная. Вот туда нам и нужно, я думаю. Не буду я никуда лезть вниз больше. Ну, по крайней мере, мы эту дверь открыли, и это самое главное. А что я вообще могу сделать?
Что я могу сделать? Я ничего не могу сделать. У нас с тобой три бомбы, три этих вещества. И все. Больше ничего. Ну, блядь, побежали, что я могу сказать. Просто бежим. Во. Вот так вот. Просто бежим вперед. И все. Давай. Отлично. И нам наверх самый. Самый верх идем. Бля, это где-то скотина где-то здесь, да, ходит, блядь? Просто по звукам она, блядь, где-то реально здесь ходит. Она прям за мной, блядь, идет. Я прям чувствую. Я прям чувствую, как эта собака, блядь, прям за мной. Конечно, блядь, сейчас я спущусь, и она прям на меня выскочит. А с ножом, блядь, бегать не очень круто. Так, я вообще не понимаю, где я нахожусь. А, во, все. Отлично. Так, давайте сохранимся вот на эту ячейку. На вторую. Фу, ёпта. Итак. Нам в лифт. Наверх. Правильно? Да, нам наверх. И мы открываем этой хренью, собственно, дверь в диспетчерской. Мы просто кругаля дали. Но открыли дверь хотя бы на нижнем этаже. Знаем, что за ней было. Были две бомбы, которые, в принципе, могут нам понадобиться при встрече с какими-то реально большими недружелюбными врагами или с их толпой, к примеру. Так, а где эта дверь? Тоже вопрос такой на миллион. Где скрывается эта дверь, которую нужно открыть? Наверное, блядь, где-то здесь. Тебе нихера она не здесь скрывается, она скрывается в другом, блядь. Грёбный свет. Скрывается немножко в другом. Или не скрывается. А я могу эту херню открыть? Не могу. О, бля. До свидания. Понятно. Все с вами ясно, мужчина. Уже, блядь, они здесь появились. Фу. По-моему, это немножко не тот, да, блядь. Это немножко не тот... уровень. Нам нужен уровень 3Э. Я думал, нам вот этот уровень нужен. К сожалению. Придется идти через этого чувака. Как идти-то, блядь? Прямой, короче. Прямо где-то здесь стоит, да? Он уйдет? Ну, чисто символически он уйдет отсюда или нет? Мне очень хочется с ним сражаться. Он не очень приятный. Блять, хуй он там, да, открывает двери. Опа, прямой. Быстрее, блять, в лифт, нахуй, быстрее. Все. Отлично. Что мы имеем? Блять, давай залезай, что ты там. Итак, что мы имеем? Мы имеем, да, как раз то, что нам нужно вот сюда. И будем открывать двери заваренные. Я надеюсь, никакой суки опять не вылезет отсюда. Конечно, блядь, вылезет. Конечно, блядь, как по-другому. Но она лежит, да? Она ползает. То есть она безвредная, в принципе. Там позади. Вот еще какая-то сука. Ну-ка, по-бырому. Откуда она вылезет? Оттуда же, мне интересно. Ну-ка, давай. Чем быстрее, тем лучше вообще. Если здесь темно, здесь, значит, будет твари. Это, типа, дверь, блядь, не открывается, да, вообще никак? Типа, она... Шахта, ебань. Она как она. А если где-то я уже профукала ключ? Как понимать все это? Как быть-то тогда? Мы можем посмотреть на виды. На который мне не очень хочется смотреть, потому что что-то сейчас нас напугает. Не может быть такого коридора длинного и безопасного. Что за кнопка? Давайте нажмем. Я люблю нажимать просто кнопки. Блядь. Стремновато, да? По-моему, нету нихера ничего. Нихера.
Что тут? Что тут, блядь, япона мать? Где тут? Конечно. Давай, 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 детка! Блядь, быстрее, нахуй, блядь, быстрее! Крути! Ты чё, мать его? Детка, забирай это! Забирай! Уф! Уф! Там уже что-то началось, я просто не знаю, что. О! А где началось, я черт его знаю. Нахер, блядь, оно все надо мне. Оп! Оп! Выходи! Мать! Это та самая дверь. Бля! Это нам обратно сейчас идти. Где это началось, никто не знает. Но, блядь, я знаю точно, что нам идти прямо мимо этого. Ладно. Пусть, блядь, будет так. Да похер вообще. Абсолютно, я просто иду. Я просто, блядь, иду. Просто бежим, блядь. Вот просто мы не смотрим назад, неважно. Мы просто идем. Он должен быть жирный и неповоротливый. Все. Моя задача закончилась. Я сделала все, что могла. Я просто сейчас спускаюсь в лифт. И я в безопасности, по идее. Правильно? Все. Если я в лифте, я в безопасности. Если я в безопасности, значит, я в безопасности. Итак, давай, короче, примем внимание аптечку, потому что это уже выглядит не очень хорошо, что с ней происходит. Так, посмотрим, что у нас еще есть. Кстати, мы можем сделать, наверное, еще аптечку, я полагаю, сильную. Давай, короче... Что, она сожрала траву? Траву можно жрать? Она, наверное, сбросила ее, да? Ладно, мы сделали сильную аптечку. У нас еще остался эпоксид один. И кабель. А куда кабель применять? Кабель применять. Так, не сюда. Пока не сюда. Пока я вот посмотрю на это все дело. Так. Не смотри на меня так. А, куда применить кабель? В лифт. Вот куда-то сюда, по-моему, в кабину, да? Не здесь, главное, он, блядь, очутился-то. А то вдруг... И что? И все? Еще? Ты серьезно? Еще? Еще двух? 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 Так я же... Я же сделала все как-то... А, вот. Все, у меня больше ничего нету. Не хватает предохранителя. А где еще один? Вот это поворот. А как так? Один есть, а еще один. Ух ты, блядь, какие загадки. Так, придется тебе попросить кабеля к доктору Уолдера. Вот это поворот. Но мы еще не спускались. Правильно? Или спускались? Вообще, на каком мы этаже? Мы на втором Э, мы можем спуститься на 1Э, на 1Э мы уже были. В ремонтный участок мы не ходили. Почему мы не ходили? Может, потому что он закрыт. Где-то еще двери, наверное, где-то закрыты. Вот тут не сюда. Так, давай посмотрим, где у нас еще все закрытые двери. Почините лифт, найдите предохранитель. Найдите ключ от шкафчика в кап-каюте. Я черт его знает, куда идти, но единственная закрытая дверь у нас, получается, это ремонтный участок. Нам нужно, получается, на этаж ниже, потому что мы сейчас находимся на 2Э, нам нужно на 1Э. После того, как мы выйдем из лифта, нам нужно сразу пойти направо, право. Так. А как спуститься? Спуститься. Ну, попробуем хотя бы. Вот он уже, блядь, мразота римская. А мы быстрее, блядь. Ой, ой! Все. Все. Слава богу. Так, пистолет. Это, блядь, просто охрененно. Ты перезарядилась? Давай перезарядимся. Пистолет. Я долго так ходила без пистолета, да? Это я вот... Твою мать. Что надо было так? Я же могу убивать. Всех и вся. Так, сохранимся на третью. Так. Ребята. Что я вам хочу сказать? Надо действовать умно. Правильно? Раз уж мы сохранились, я предлагаю пока здесь на этом закончить.
Потому что я, честно говоря, не знаю, куда дальше двигаться и где искать еще один предохранитель. Попробуем, наверное, оббегать этот этаж. Вот, уже в следующей серии. Спасибо вам большое за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем до следующего видео. Всем пока!